Криминальным событием в Пензе задержали троих жителей Саратова, которые ночью проникали в магазины и похищали всю выручку. О кражах в полицию сообщили управляющие сразу нескольких торговых точек. На этих кадрах видно, как злоумышленник забирает деньги из кассы, а заодно проверяет, чем бы еще можно поживиться. За одну ночь было совершено две кражи. В первом случае мужчины вынесли 2000 рублей, во втором уже 13. Задержали их с поличным. Нечто подобное они намеревались совершить в Ленинском районе. Мужчины признались в совершении данных преступлений и содеянным раскаялись. Похищенные денежные средства они потратили на личные нужды. Установлено, что в Пензу они приезжали на автомашине, принадлежащей одному из подозреваемых. С их слов, они специально выбирали небольшие торговые точки, так как в ночное время они плохо охраняются. Злоумышленники 25, 34 и 56 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Теперь саратовцам грозит новый срок – до 5 лет лишения свободы.